помещении спортсмены воссоздают атмосферу средневековья. Иногда от оружия отлетают искры. Все как и во времена рыцарей, только без острых мечей. Сами ребята рассказывают, историческое фехтование не театральная постановка, а настоящий бой. Защищают только навыки и 30-килограммовые доспехи. Под низом железо, чтобы защищать, то есть это доспех. То есть сверху как это шинобриган, то есть сверху идет кожа, а внизу стальные или из нержавейки, или из титана идут пластины. Молодежный центр станет местом для занятия историческим фехтованием. Цель не только повысить спортивные способности, но и увести ребят с улицы. Небольшая группа, согласная надеть тяжелые доспехи, уже готова. Этому даже в армии учат, что если у солдата голова чем-то загружена, то он никаких глупостей не совершает. То же самое ребенка. Центр полностью функционирует на общественных началах. Заниматься зовут детей от 14 лет и людей, возраст которых давно превысил подростковый. Основная наша задача просто, чтобы ребята ушли с улицы, а чем-то занялись, а в дальнейшем нашли себя в жизни. В следующем году будет работать уже полноценная профориентация, а сейчас есть то, что есть. Для девочек в молодежном клубе тоже есть занятия – аэробика. Но если найдутся желающие взяться за меч, то их обучат всем азам средневекового боя. Ольга Китик, Алексей Мраховский, Думская ТВ.